По условиям программы Фонд оплаты труда 3.0 взять кредиты на льготных условиях смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые работают в наименее восстановившихся отраслях российской экономики. К таким относятся общепит, культура, спорт и развлечения, организация мероприятий, туристический бизнес. Важное условие – бизнесмены должны быть участниками прошлогодней программы кредитования по 2% годовых. Если в прошлом году получали кредит, выполнили условия по программе Фонд 2.0, то в этом году сам Бог велел. Кредит под 3% годовых дается на год. Первые 6 месяцев – никаких выплат по займу. Основной долг и проценты по кредиту нужно будет выплатить в течение второго полугодия равными долями. При этом заемщик берет на себя обязательство не уменьшать численность сотрудников более чем на 10%. То есть работать должны 90% сотрудников от численности штата. Берется МРОТ, минимальный размер оплаты труда, умножается на количество сотрудников, умножается на количество месяцев в периоде, ну, то есть если это кредит на год, это 12 месяцев. И, соответственно, вот эта сумма льготного кредита, которая может быть предоставлена предпринимателю. Кредит на льготных условиях могут получить микро- и малые предприятия, крупный и средний бизнес, социально ориентированные некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, если у них есть наемные сотрудники. Потратить полученные деньги можно на развитие бизнеса. Практически на любые цели, в том числе на погашение других кредитов. Да, на заработную плату сотрудников. Нельзя на выплату дивидендов, нельзя на благотворительность, нельзя на выкуп собственной доли учредителя. Но, собственно, на все расходы, которые связаны непосредственно с предпринимательской деятельностью, этот кредит можно направить. На новую льготную кредитную программу правительство России выделило около 7 миллиардов 700 миллионов рублей. Документы на получение займа предприниматели могут подать до 1 июля. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.